Государство Украина. Администрация самопровозглашенной Донецкой Народной Республики подтвердила гибель Александра Захарченко. Как сообщается на сайте Донецкого агентства новостей, глава ДНР погиб в результате теракта. Подробности уточняются. Конец цитаты. Взрыв произошел в ресторане «Сипар» в центре Донецка около 17:30 по местному времени. Захарченко получил смертельное ранение. Еще три человека пострадали. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин возложил ответственность за случившееся на украинскую сторону. Экс-директор ФСБ России Николай Ковалев уверен, что за убийством Захарченко стоит служба безопасности Украины. «Мировое сообщество должно потребовать от Киева проведения беспристрастного расследования», заявила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарченко было 42 года. К вооруженным силам самопровозглашенной республики он присоединился весной 2014-го. В августе того же года был утвержден Верховным советом ДНР на пост председателя. А в ноябре избран главой самопровозглашенной республики, получив 77,5% голосов.